В дни празднования Собора Святогорских святых состоялись торжества по случаю 25-летия возрождения монашеской жизни в Успенской Святогорской лавре. Приветственное послание участникам празднования направил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, а возглавил юбилейные торжества предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Праздник Собора Святогорских святых, одна из пяти лавр Русской Церкви, отмечала свое торжество, принять участие в котором прибыли тысячи паломников и сонм архипастыри Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием. Блаженнейший Владыка совершил литургию в Успенском соборе Святогорской лавры. В число собора преподобных отцов святогорских, прославленных в 2008 году, входят имена 18 угодников Божиих, которые подвязались в святых горах в 17-20 веках. Ныне в Успенском соборе Святогорской лавры пребывают мощи 11 подвижников обители. После чтения Святого Евангелия блаженнейший Владыка обратился к многотысячной пастве Донецкой земли со словом проповеди. Проживший на земле, как по человеческим измерениям, такой скромной, незаметной, в тени находящейся жизни, преподобные отцы, после их представления к Господу, прославили Бога. И стали такими, которыми идут люди, идут десятками, сотнями, тысячами, идут к ним, просят у них милости и молитв, и получают ответ. По завершении богослужения Владыка Ануфрий поздравил настоятелей и насельников лавры с 25-летием восстановления монашеской жизни в обители и с праздником Собора Святогорских святых. С приветственным словом к присутствующим также обратился митрополит Донецкий, Мариупольский и Иларион. Ваше блаженство, вы приехали к нам как миротворец, как человек, который принес мир, несет мир людям и нашей стране. Вы с этим миром прибыли сегодня для нас, к нам, для того, чтобы поддержать наши духовные силы. Затем состоялся крестный ход к памятнику Пресвятой Богородицы, у которого митрополит Ануфрий совершил молебен преподобным отцам святогорским. Святогорская лавра – одна из крупнейших обителей Украинской Церкви, расположена вблизи города Святогорска Донецкой области. Первые монахи поселились здесь, вероятно, еще более тысячи лет назад. В 1787 году по указу императрицы Екатерины II Святогорский монастырь был ликвидирован. В 1844 обитель не только восстановила свою молитвенную жизнь, но и достигла небывалого расцвета. Однако в 1918 году началось разграбление монастыря, ликвидированного спустя 4 года. На его святом месте был создан дом отдыха для трудящихся Донбасса. Но в 1992 году началось возрождение Святогорской обители, которой в 2004 году был присвоен статус лавры.